Привет, ребят. Хочу очень быстро рассказать вам про книжки, которые мы завтра должны отдать, иначе меня штрафуют. И поэтому я буду снимать тут уже в потемках. Закат уже случился. В общем, давайте быстро. Все про все не буду рассказывать. Буду рассказывать только про фаворитов моих детей. Вот эта история называется Йоко, это перевод с, понятно, японского языка. Мы взяли ее только потому, что Йоко зовут маму Каролинины подружки японской. Ну, история так себе, просто было забавно почитать про Йоко, про маму нашей подруги. Это история про то, что отличаться хорошо, кстати. Тема хорошая, ну, просто история, не знаю. В общем, в киндергарден, в начальную школу мама собрала ребенку ланч, и он отличался от всех детей, ее высмеяли. И она расстроилась очень сильно, и учительница, мудрый педагог, решила провести такой день разнонациональных блюд. И попросила всех учеников принести блюдо своей страны. Чисто калифорнийская книга вообще на самом деле. Видимо, японцы писали, но живущие в Калифорнии или там, я не знаю, в Нью-Йорке. И потому что разнообразие блюд было налицо. На следующий день принесли все еду своих стран. И, в общем, вот об этом книга. And this is the ocean. Книжечка. Потому что у меня второй ребенок фанатеет сейчас абсолютно рыбами и вообще всей морской этой жизнью. Поэтому мы взяли такая аппликация и чуть-чуть слов. Ну, не знаю. Вот кто любит, может быть. Но, да, не знаю, зачем. Мне это фаворит, ну, как бы, таких книг миллион. Так, вот это классная история. Это история про... Сейчас вам покажу. Про мальчика-заучку, который безумно любил учиться. И... Он ничего не делал, кроме как вот любопытство его одолевало по любому вопросу, за какой бы он ни брался. Если он думал про кошку, он ее представлял, разбирал, что у нее внутри. Если он смотрел на вообще на любую ситуацию, которую он видел вокруг себя, он ее пытался понять, как это, почему все это происходит. И родители его отправили, в общем, в лагерь спортивный или какой-то такой, чтобы он как-то развеялся и пришел в себя. Но мальчик не успокоился. Он вместо того, чтобы там с друзьями, да, на костре болтать, там, с девчонками заигрывать, он изучал все, что его окружало на природе. И это дало ему еще больший, да, толчок в его вот любопытстве. Вот это абсолютный фаворит. Я не знаю, почему так случилось, потому что книга... Рисунки ужасные, книга так себе. Я ее читала раз 40, наверное, за эти 2 недели. Ну, тем не менее, в общем, расскажу, потому что она реально очень сильно понравилась моим детям. В общем, про кота, который с утра у него не задался день, он спотыкнулся и всем портил настроение. Он встретил своего друга, или не знаю, кто это, пол не определен. И даже не знаю, почему Молли. Она предложила ему играть, он как бы не захотел, и только ей сказала, что типа динозавров малыши играют. Он встретил, то и настроение испортил. Он встретил своего другого друга, сказал ему что-то плохое про шляпу, у того тоже настроение испортилось. В общем, он прошелся по всем друзьям, пока всех обидел, всем испортил настроение. Пока не дошел до конфетного магазина, где купил себе самых вкусных конфет, своих любимых, идет, жует их, и вдруг видит своих друзей, печальных, сидящих на скамейке. И он к нему обращается, а друзья ему там, ты что, к нам там, типа, на него накричали в ответ, а у нас плохое настроение. Он сказал, ну хорошо, я просто хотела вас угостить конфетами. Ну и они развеселились. Он угостил их конфетами. И все вроде как подружились, стали снова друзьями, пока не закончились конфеты. Вот такая история, не знаю. Но забавная. Вот это тоже вот абсолютный фаворит. When Daddy had the chicken pox. Это ветрянка. Когда папа заболел ветрянкой. Сначала заболела старшая сестра, потом
средняя, младший брат. Потом все выздоровели, но заболел папа. И папа лежал совершенно убитый, больной весь, температура, ничего ему не хотелось, ни пить, ни есть. Весь он такой печальный. От этого все в семье тоже ужасно были печальные. И сестра вот с мамой разговаривает, как же папе помочь, когда он выздоровеет. Папа не хотел ни говорить, ни есть, ни пить, ничего. Вот там он чесался его, пытались как-то отмочить в ванной. Ну, в общем, дочка вечером просила, там, пожалуйста, звезды, помогите, чтобы моему папе стало лучше на следующий день. И ему стало лучше, и с самого утра папа вернулся в свое настоящее, свой настоящий облик и начал кричать там прям с постели: принесите мне газеты. Это вот самый любимый момент моей младшей дочери, когда папа начинает кричать: принесите мне газеты, где пульт от телевизора. Ну, все поняли, что ему стало лучше. А на следующий день он вообще спустился к ним в столовую обедать вместе и там всех отругал. Такая история забавная, правда, хорошая история. Ну вот это очень-очень нежная такая серия обнаружилась. Про такого нежного зайчонка, с которым случалась беда. Здесь он потерял куклу. Ну, правда, вот нежнейшая история, прям семейная, про семью. Так как у этого зайчонка была большая семья, и как они друг другу помогали. И вообще книжка учит, как надо относиться в семье к друг другу. Потому что тут на протяжении всей книги мама переживает за малыша, который потерял игрушку. Малыш переживает, ищет, брат ему помогает, потом вся семья ему помогает, потом мама ему шьет другую игрушку, но ему это не хочется. И он все равно печально ищет свою игрушку. Внезапно он ее находит. И в конце, ну тут вся книга, они его поддерживают, вся семья, да? И в конце он подарил свою вот эту новую, ну, когда он нашел свою игрушку, он подарил свою новую игрушку своей маленькой сестре. Ну, такая, не знаю, я бы, наверное, порекомендовала. Такая добрая, хорошая книжечка. Ну, и вторая тоже про... Про что здесь, я уже забыла. А, про то, как они маме сюрприз готовили. Все вместе работали командой, и вот как они маме на День матери приготовили сюрприз. Пикник. Ну, на самом деле, почему я могу порекомендовать? Очень хорошая очень серия. Я еще возьму, если увижу в библиотеке. Ну, как я вам сказала, что мы сейчас абсолютно отдалены всякой морской темой. Поэтому у нас всяких морских энциклопедий для маленьких детей и книжек на морскую тему достаточно много взято было. Ну и последний фаворит, наверное, расскажу. Два. Не могу вот этого пропустить, потому что это вообще... Это тоже очень хорошая книжка. Три. Расскажу про три последние, и все, ребят. Это про отношения сестры и братика. Про то, как маленький тигренок хотел увязаться все время за сестрой и начать уже жить, гулять подальше от мамы. Но его не отпускали, в итоге его отпустили, и он пошел с сестрой путешествовать. И он пытался за ней, да, везде поспевать, все то же самое делать, как она делает. Но он оказался в ситуациях, тут вообще чуть не потонул. В итоге он решил, он ей сказал: я не буду с тобой плавать, я здесь посижу, а ты типа иди. И пока сестра плавала с другом со своим, тигренок ушел неизвестно куда, пропала. И сестра бедная везде его искала, не могла его никак найти. В итоге пришла домой, и этот младший на нее прыгнул и испугал. В общем, она была счастлива, потому что он нашелся. Вот такая история про сестру-братика. Wait for me, little tiger. Ну, это история про little lamb, которую пыталась маму уложить спать. И он остался в темноте и начал кричать маме, чтобы она принесла ему воды, как это с нами, со всеми мамами и папами бывает. И мама ему что-то там ответила, типа, сейчас принесу, но увлеклась телефонным разговором и так ему воду не принесла. А он там перепугался, подумал, что мама, может, ушла куда. И он так кричал ее и звал, она все не шла,
В итоге он перепугался вообще страшно и стал истошно орать. Мама, конечно, мама услышала и перепугалась у себя там внизу на кухне. И прибежала к нему, увидела, что он просто хотел воды, оказывается. А ничего плохого не случилось, а она зря перепугалась. Она его обняла, поцеловала, ла-ла-ла, и он лег спать. Такая история жизненная. Наверное, я рассказывала, я даже помню. Просто, ребят, еще раз, классная это... И английский очень легкий. Если вы новичок в английском, даже мама, да, вы легко освоите, там, я не знаю, 10 слов. Ну, не 10, но немножко слов, которые постоянно повторяются во всей этой книжке. Ну, у нас тут случился пожар в квартире, маленький совсем. Но мы перепугались страшно. И теперь мы беремся за любые книжки или фильмы, мультики, или где-то краем уха что-то услышат мои дети про пожар, пожарные, сирены. Вот как только что-то касается пожара, они берут это и обращают на это внимание. Ну, и с книжками также. И вот нам попалась книжка в библиотеке про лесную жизнь и лесной пожар. Но книжка такая хорошая, вы знаете, такие хорошие иллюстрации. И так хорошо описано все, что я даже порекомендую, кто пожаром не одолен, как мы, почитайте. Но случилась гроза, и пожар уничтожил часть леса. И как после пожара лес приходит в себя, да, проходит сезоны, и постепенно лес превращается обратно в свой вид. Ну, в общем, хорошая история. Называется Forest Fire. Ой, ну все, уже темно, мне, наверное, уже не видно. Так что прощаюсь из темноты, со своего балкончика. Не все я, конечно, рассказала, но, сами понимаете, мне вас жалко. Слишком много у вас времени отнимать. И хочу передать огромнейший привет группе ВКонтакте, которая называется Library for Kids. Короче, ребят, вот здесь название. И там еще ссылка в инфобоксе. Ребят, кто увлечен английским языком, изучением вместе или отдельно от детей, или вместе с детьми, идите, пожалуйста, на эту группу. Реально очень много информации, очень много активных игр. Она все время обновляется. Я вообще очень хочу вам порекомендовать. Классная группа. И вам, девчонки, организаторы и кто вообще движет этой группой, большой-большой привет. Ну, а у меня все. Всем пока. Увидимся в следующих видео.